Всем привет, друзья, с вами Кринза, и сегодня мы продолжаем играть в игру «История некроманта». В прошлый раз мы остановились, мы прошли первую главу, мы перешли на вторую главу под названием «Могила». В инвентаре у нас ничего, как говорится. Так, у нас уже второй раз патронус есть. Это... Что я сделал? Окей, давайте... зомби возвратим. Они здесь, приготовятся к битве. Опять-то слышь. Пока что с них даже монеты не падают. Это... А, все, я понял. Кто боится? Это хороший. Лут. Опа, у меня хп его больше. Меня помните, у меня, когда мы играли, где-то на втором или третьем был 218. Ой, у меня было 100 где-то там, а сейчас 218. Все. На второй гол прошел уже. Ну да. Не подходи близко. Давайте мы сейчас звук сделаем, а то звук меня опять не слышно, потому что я там присмотрел свое видео немножко. И там, ну так, среднее, меня не очень слышно, но слышно. Все кончено. Нет, не хочу тебе помогать. Ты сдохнешь. Ой. Ой, сразу 4. Бэм. Не хочу умирать. Ой. Ребята, только что проснулся. Только что проснулся. Свой ролик посмотрел и сразу пошел в битву. Ой, и сразу пошел снимать вторую часть, потому что мне опять хочется поиграть в эту замечательную игру. Я вот тоже хочу в GTA San Andreas поиграть. Хоть я в нее играю, но на таком этом, но все равно. Не знаю, когда будет третья часть по GTA-шке. На следующей неделе, наверное, будет. Да, будет на следующей неделе. Когда будет босс, мы и я используем. Только не ломай. Чуть-чуть. Уже 240. Было 218, сейчас 240. А, тупой. Я тупой. Не понимаете, какой тупой. О, ну тут сразу. Бум, бум, бум. Видите, как помогает иногда это. А этот убежал. А, когда босса убиваешь, они убегают сюда. Понятно. А, инвентарь заходим. Сразу смотрим характеристики. Кожаный доспех у нас будет больше. Так что это мы извините продаем. Продаем, потому что он приведенный у нас еще. О, бутсы. Ой, ну обувь. Ну, здесь хп больше. Так, что-то мы продаем. У нас деревянный шлем поврежденный еще что продаем и оп тут продаем. О, кардинат. О! Серебряное кольцо. Нахер возьму больше. Тут возьму клетки. На колец продаем. Бам. Еще там. Ну все, погнали на второй раунд. Да. На второй раунд.
Я убью тебя, нет. Офигенный диалог. Идем на второй раунд. Они идут. Что за некромант? Если что, я озвучу этих пацанчиков. Мудак. Ауч. Посмотрев эти реплики, я говорю. Кстати, вы заметили то, что они не могут. Они там не могут никого делать, но когда мы сидим, они никуда не вылезут. Они тупые слишком для этого. Они просто бьют ногой, но они бьют по счету. Все кончено, это правда. Погнали. Опа, они вообще за щитами ходят. Пум-пум. Меч повреждённый. Ну хоть какой-то меч, но всё равно. Он лучше, чем обычная палка. Это точно. Если бы ничего забыл. У меня опять эта фигня. Ты идёшь! Он уже он двоих. Он такой мерзкий. Он такой гад. Он там одного, но он такой гад просто. Гад, я тебе в это точно убью. Сюда иди. Больно, не посрать. Ты такой гад просто. Уже 300 хп. Нормально. Поднялись. За 2 левела. Это харизма типа, да? Я не понимаю. Наверное, да, это харизма. Ну там зелеманы подобрали, посмотрим. Там, конечно, зелеманы, точнее, фигня. Но все равно. Вот. А, нет, она не улучшается. Когда ты убиваешь кого-то, оно улучшается. Больше нет. Нет, на гостя. Эпичный такой удар. Фу. Сюда иди. Вот сколько кристаллов. То есть голова открыта. Но он немножко лучше. Так, извините, подойдем. Подойдем. О, подойдем. Подойдем. И подойдем. У нас только ставников покупаем. Мне еще пока что больше всего хочется. Ой. Еще харизма недостаточно, ну ладно. А кто тебе... Если у тебя будет получше одежда, да? Там, помните, харизма была написана? Вот. И у нас будет больше харизмы. Да, вот, благодаря вещам. А я сначала не понимал, каким вещам, где мы. Тем, что надо прокачивать, и все. И оно будет лучше. Это из-за... Ну, это надо вещи... Оу, май. Вещь. Сапоги ассасина. Ну, все равно. Из обычных таких челиков, то сегодня выпили сапоги ассасина. А что они не ходят у них? Отдыхай. Ну, все. Что их много? Вот сейчас вот как-то их много поверим. Монетки. Я пожалею об этом. Пожалею! Пожалею!
Ой, какие-то они сильные сейчас. Вот, хотя они не сильные, они просто группой на меня нашли. А ведь поврежденный. Ну что вы такое? Я пока что вас побью. Ну что? Мне, вы знаете, что меня бесит? Когда меня люди окружают. Это вообще плохая ситуация. Да придерись, если больно. Да, сейчас все. Редко. Ну, все равно хоть... Какой-то. Вот так я чихаю. А. О. Меч. Редкий. Продаем. Так, этот будет лучше, чем магический, конечно же. Офигеть. Магическая 33, а ассасинский 42. Офигеть. Я не больше, я не хочу больше. Удаляем. Продаем. Покупаем. О, новый щит. Нет, конечно, не смогу. А мы не вернем потом. Так. Идем в следующий бой. Уровень 4. Ай-яй-яй! Да, я так не отбился. Что ты делаешь? Ничего. Мне даже не удастся. О, вот хороший. С членом. И с хорошим щитом. И с мечом, короче, он не выполнил. Только щит сломался. Помоги хоть бы. Знаешь, что я не могу сказать? Когда у тебя мало хп, да? Все тебя бьют, да? А потом у тебя просто новый левел, и все, все отлетают. Ты там что-нибудь делаешь, и все. Ну, они пока упали, ты их убьешь, и все, но... И изи. Так, сейчас босс у них. Офигеть. Сразу убил. Самый ярче. Все, кто куда убежали. А мы... Это глава уже последняя будет на сегодняшний ролик. Магическую обувь мы продаем, потому что нафиг она нам надо. Нафиг. Так, покупаем. Ой, нет. Угу. Офигеть. Редкий лучше, чем магический. О! У меня редкий меч. Битва с боссом. Король мертв. А чё они мне не дали одного человека? Опять.
один другого, а тот, а другой того, не того, кто сам не хотел. И что у меня будет за сила? Кроме мертвых, ты получил новую способность босса. Теперь ты можешь использовать контроль над разумом. Живые существа будут под твоим контролем. Используй способность и увидь, как оно работает. О, как много. Сейчас у нас третья глава открылась. Оно они одинаковые. Только хрен, что покупаем это, а вот не продаем. Что вообще? О! Сразу уже очень наручи. Магические. Очень прикольно. Вот как прикольно. О! Вау! О май гад. А, так, ребята, мы сегодня играли в историю некроманта. Прошли 15% игры за 2 ролика. А на этом мы заканчиваем. С вами был Кринзер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Да, это я, Кринзер. XXX. Эй. Скидлз. Скидлз. Get on this!